60 килограммов сороги, окуня и ершей выловили в минувшие выходные рыболовы-любители. Так жители Нарьян-Мара и ближних поселений в третий раз отметили День рыбака. Азартные рыбаки соревновались в 8 номинациях, главная из которых – самый большой улов. С победителем пообщался наш корреспондент Дмитрий Марков. Традиционным местом турнира по рыбной ловле стала река Куя в районе озера Харитоновское. Всего в соревнованиях приняло участие более 60 жителей нашего округа. Ни маленький дождь, ни надоедливая мошкара не мешали рыбакам заниматься любимым делом. Правила в турнире одинаковы для всех участников – мужчин, женщин и детей. Для ловли используется поплавочная удочка, не более двух крючков, наживка и подкормка на свое усмотрение. Территория лова ограничена по реке Куя от озера Харитоновка и дальше. Здесь у нас все в равных условиях, почему и большее количество людей, и привлечь внимание даже школьников, тех же детей младшего возраста, чтобы уже привыкали к рыбалке на удочку. Какие-то основы знали, азы. В соревновании приняли участие как новички, так и опытные рыбаки. Один из них, Сергей Цветков, рыболов-любитель, принимал участие в турнире по рыбной ловле в Архангельской области. Говорит, в рыбалке прежде всего надо готовить прикормку и наживку. Для турнира Сергей приготовил прикорм подсекайка, отечественное производство. Для усиления аромата добавил анис и чеснок. У меня как бы настрой идет специально, предполагалось, что будем ловить не очень крупную рыбу. Поэтому основную леску сделал 0,18, поплавок небольшой, 4 грамма. И поводок поставил флюрокарбон 0,14, обычный. Крючок тоже небольшой, не крупный. Одна из двух женщин-участниц, Татьяна Игнатьева, считает, что в рыбалке главная тишина. Подтверждение своей теории находит в ежевечерней ловле на удочку, когда поблизости не ездят машины и не слышно разговоров, рыба идет на ура. В турнире ко дню рыбака принимает участие впервые. Клюет хорошо, но срывается. А клев хороший. А попадается в основном вам какая рыба? Сорога. Сорога. Ну вот у себя там на озере окуни бывают, сорога, ирши. Все. Так вот, такую рыбку ловим. Пока участники внимательно следят за поплавком, жюри оценивали эмблемы турнира по рыбной ловле. На конкурс было выставлено 6 макетов. Победителем признан Саша Корытов. Кроме того, Саша стал первым в номинациях «Самый большой улов» и «Самая большая цепь из рыбы». Улов начинающего рыбака в длине составил 20 метров, в весе более 4 килограммов. Готовились, сюда приезжали, так говорили, ничего не было. Вечером, когда тепло было, вот в прошлом не участвовал, может и участвовать буду. Обладателем первой пойманной рыбы стала Татьяна Шапова. Самую маленькую рыбу поймала Нина Абакшина, а самую большую выловил Денис Кузнецов. Дмитрий Марков, Антон Выдряков, телеканал «Север».